3120 рублей составляет с 1 июля в Смоленской области размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком. До этого, как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования, размер пособия был 3065 рублей. Изменение размера пособия связано с установлением нового минимального размера оплаты труда, который составляет с 1 июля 7800 рублей.